Привет, меня зовут Константин Краснобаев, и сегодня поговорим о том, как выбрать стрижку, которая подходит именно тебе. Сейчас рассмотрим основные моменты, которые влияют на вашу стрижку. Первое – форма вашего лица. Второе – это рост волос. Третье – это структура волоса. И четвертое – это восприятие длины вашей стрижки. Итак, форма лица. Для начала рассмотрим, какие формы бывают. Существуют 4 основные формы лица. Круглая, квадратная, треугольная, овальная. Существует, конечно же, еще много форм, но это основные. Классическая форма стрижки подойдет любой из этих форм. Рост волос имеет большее значение при выборе стрижек. Если же у вас глубокие залысины и на макушке озеро размером с Байкал, то забудьте про длинные стрижки. Длина будет только акцентировать внимание на залысины и на большой лоб. В таком случае максимально короткие виски и никаких проборов. Чем все короче, тем лучше и презентабельнее. Структурой управляет укладочное средство. Жесткому волосу помогает не торчать, кудрявому волосу не пушиться, а тонкому волосу сохранить объем. А для тех, кто не пользуется укладочными средствами, мастер должен подобрать и проработать стрижку так, чтобы она лежала максимально хорошо самостоятельно. Классическая форма стрижки подходит всем, только смотря в каком она исполнении. Как бы качественно ни была сделана стрижка, если вам не понравилась ее длина, то вам и не понравилась стрижка в целом. Просто вам сделали коротко, и на все остальное у вас будет негативный настрой. Это психология, и ничего тут не изменить. Поэтому, придя в парикмахерскую, сразу же обсудите длину на висках, на челке и на макушке. Расскажите, как вы носите верхнюю часть. Направо, налево, вперед или назад. А комментарии по структуре и росту мастер должен озвучить сам и посоветовать, что можно сделать. С вами был Константин Краснобаев. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. Пока!